снова здравствуйте, друзья. Говорят, что драфты готовы, и с третьей попытки получилось лобби не забагать. Возможно, это все как раз из-за попытки поставить пенальти, хотя там это вроде буквально одна галочка в лобби. Посмотрим на монетку и... В сторону свет выбираю себе Evil Geniuses. Geniuses, господи. Кстати, вот как ты вообще считаешь, сейчас свет или тьма роляет? После изменения Зашана. Я там думаю, больше. Что в суперситуативных драфтах это может ролять, потому что, допустим, на котле тебе намного проще качать тьму, то есть в этом плане. Короче, там от как раз-таки героев, которые в миде стоят, это больше зависит. В целом. Да, видим то, что у нас уже тренд на ФП залетает, битрайдер, ответка, прям, ну, драфты. Ну, слушай, трента мы видели, у нас был в СНГ, да, то есть... Моя лазия, на нем весь сезон играл. Я еще вспоминала Ванскора, который уже не участвовал в квалификациях, он начинал сезон с Немиги, по-моему. И он умудрился как-то все абсолютно официалки первого сезона DPC сыграть только на тренте. Вот. А им мы спросили, когда тебя держат в заложниках, ты там у тебя отняли паспорт и заставляют играть на тренде. На деревянном, да, чисто исполнять. Ну, помнишь, он тогда еще в 7.32 был в мете сильно. Да, да, да. Такой достаточно удобный был персонаж. И Энигма, которого переработали достаточно сильно, и мне кажется, что я с тех пор его вижу буквально в первый раз. Короче, это герой для Варежа. Рассказываю такую вот историю. Он вчера играл на Энигме пятерке, по-моему, даже две игры, и играл через позор. У него был самый низкий нетворс две игры подряд, и он играл без эйдолонов. То есть я такой сижу, а че вообще, зачем, каким образом? Да, эйдолонов очень сильно переработали, и как мне видится, на тройке теперь играть стало что-то из разряда хардкора. Да. Ну, это, опять же, это, скорее всего, пятерка, и я вот этого... Он в один момент очень много дэмэджа вписывал через Midnight Pulse, но как будто бы ты хочешь от пятерки, чтобы она тебе помогла как раз-таки в early game, в mid-game. А в early game еще с 8.33 патчи подбафали очень сильно урон с Малифайса. И начали Малифайс качать на первый и даже максить. И тогда я как раз видела Энигму, которые залетали на четверку. И Харас был, ну, знаешь, что-то сопоставимое с тем, что может какой-нибудь дизраптор выписать. Вот. И, по-моему, Малифайс в 7.34 не трогали. Эйдолоны там в основном были сильно переработаны. И... Да, эйдолоны переработаны были. Да. И вот появляется вот этот котел, который пока непонятно к чему, но появляется. Такая пара саппортов сомнительная получается, конечно. Я думаю, что это кэрри Гира плюс тренд линия, ну, а котел флекс и, может быть, будет как раз-таки мидером. Ну, сейчас увидим, пока Найтсталкер залетает на троечку, скорее всего, для армии Geniuses. Герой показывал себя хорошо в других регионах. Не вижу к нему претензий. Интересно, что будет с Бейтиком. То есть линия Битрайдер плюс Найтсталкер тебе вообще как это? Да, через позор, понятно, что линия. Но они вчера еще хуже линию пикали. Там такая просто сборная солянки была нереальная. Поэтому, собственно, они и проиграли свой первый матч. Кстати, резерв тайм все-таки есть у команды Vision, я смотрю. В небольшом количестве, но имеется. Возможно, это баг? Да не, не факт, скорее всего. Либо им оставили резерв тайм, чтобы они его трогать не могли, либо все-таки пенальти второго уровня не полностью еще тебя лишает этого резерв тайма. Нет, подожди, у Вижена... Вижена как раз-таки нету резерв тайма. Ну, вон написано резерв тайм 23 секунды. Нет, это... Если бы был резерв тайм, было бы написано резерв тайм. Посмотри вот. Сейчас. Сбоку. А, ты этот имеешь в виду? Нет, так может быть сняли, просто не полностью, не весь. Так, у нас появляется инвокер, и сразу же в ответочку короче, на мид от пака. Я просто не ознакомливался с рулбуком, насколько сильно там такого рода вещи решают. И вот напоследок брудку банят. Интересно, конечно, выбор был бы, если бы это была бы бруда. Хочется все-таки какого-то... Знаешь, говорю, что они недавно играли друг с другом, скорее всего, есть какие-то идеи, какая-то да. информация, да, по поводу того, там, чем кто играет. Ну и опять же, регион, не сказать, что прям большой, и наверняка в паблике друг с другом попадались. Ну, кстати, одна из немногих игр, где Даунбрекер на первой стадии не забанены и не пикнуты. Как-то ее облюбовали очень многие, и сейчас как раз третья позиция, например, у Vision вакантна. Хотя посмотрим, что они туда возьмут. Мне хочется какие-то ауры для...
гирокоптера. Вот что-то, чтобы его могло подбустить. Ну, и вообще, вот это появление Пака в Найтсталкер, как ты на это смотришь? Абсолютно плохое. Ну вот. Абсолютно плохое. Он же вроде как его без шансов закрывает. Да, да. Ну, не прям без шансов, там зависит от темпа, но опять же, Пака не очень простая будет в миди-линии. Сейчас у Инвокера очень много хп, очень много дэмэджа с руки, с прокачкой. Марс появляется у нас. Я вот думала по поводу инициатора, думала, Пак справится с этим соло или нет, но решили подкрепить это дело Марсом. И контроля получается много, а вот какого-то магического берста, ну, не особо. Ну, в целом-то, если посмотреть, у нас тренд Гира, хорошая линия. Марс, Котл, такая себе линия, но опять же, они против Энигмы будут стоять, и надо закрывать сейчас каким-то образом вот этого Марса, я не знаю, Сларк не очень... Что у нас осталось вообще на кэри-то? Надо подумать. А то, еще что и нам убивает, что-то против Гира, да, Гира, надо да. взять. Свен, Дровка. Дровка, наверное, в Марс не самый лучший герой, тем более под Энигмой. Надо что-то ультимативно. Не знаю, может быть вообще какой-то Рики. Да, АТБ как смотришь? Он тоже ТБ, 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 ТБ. Ну, средний тут будет, мне кажется. Ну да, в Гирыче не так хорошо. Он может в доту поиграть. Что я просто не знаю. Я смотрю на вот этого НСа и Энигму уже вторую игру подряд, третью игру подряд от Army Geniuses. Я не знаю, как забалансить этот драфт. Вот, в этом проблема. Я не понимаю просто, сколько нужно НСу кача, сколько нужно кору кача. То есть они еще должны закрыть этого гирокоптера, который тир-1 вообще кэри сейчас. Развор. Ну, слушай, нет, это плохой герой. Потому что Blinding Light у котла, он нажимает Spirit Link, и ну, ты просто его рвешь инстантли. Поэтому, конечно, на классе должно у нас выигрывать Army Geniuses, но, опять же, Vision не так уж и плохо все по драфту. Но мне вот не нравится, что Пак полностью абсолютно закрыт, и Паку будет трудно искать какую-то игру. Пара саппортов такая, которая Паку не сказать, что сильно поможет на да, миде. Да, это правда. Вот, то есть у меня больше всего претензий именно к центральному коридору в первую очередь. Угу. Я думаю так. Ну да, про оверклассинг тоже хотелось бы сказать. Но на квалах у нас всякое происходит, тем более, что никто не отменял там оверклассинг через три карты, через позор. Угу. И друзья... Да. Я хотела бы вам рассказать про магазин действительно стильной одежды, ну, в стор, который подарит вам скидку в 20% по баннеру по трансляции. Как они поймут, что именно ты настоящий киберспортсмен, чтобы подарить тебе эту скидку? Просто переходи по ссылке в описании и вводи секретный промокод DOTA2. Да. А если ты в Москве, то обязательно заходи в магазин. Он есть, да, офлайн. Да. Ну и онлайн, пожалуйста, заказывайте. Ну, в стор. Ну, стор. Ну что, мы ждем начала игры. Хочется посмотреть, на что вообще способна у нас команда Vision. Готовы ли они вообще хоть что-то противопоставлять, да, своим соперникам. Потому что по ним прям, ну, допустим, у них на Ликвипедии даже нет странички, да, чтобы просто зайти и прочекать. Ну, слава богу, есть просто на Ликвипедии в Dota 2 International, да, вот как раз-таки в квалах, ну, хоть какая-то информация по поводу этой команды. Какая информация? Ну, хотя бы ростер. Хотя бы ростер, да. Не, на Ликвипедии ростер тоже написан, если ты заходишь вот просто на страничку The International. Ну, я же говорю, вот на нее заходишь. А я думал, ты про сайт с ростер-локами, которые невозможно найти, на это жаловались. А, да, там, это который Dota 2... .com, да. Ну, где патчи, вот это вот все, да, там в разделе Tournaments. Там, по-моему, это было во время третьего сезона DPC, что все почему-то разом обратили внимание на то, что без прямой ссылки на вот этот ростер-лок ты его не можешь натыкать вот где-то там на сайте. То, что это супер неинтуитивно понятно, хотя информация довольно важная. И с точки зрения DPC поинтов, вот эта таблица распределения то же самое. Да, хотя у Valve система подсчета, как мы видим, от Ликвипедии той же самой может отличаться. В этом году, по-моему, не состыковывать не было, но в предыдущем году оказалось то, что на разных этапах происходит округление очков, в случае, если они дробные, и это может повлиять. Да, драма там вообще нереальная была у нас в прошлом году. Да. Кто знает, тот знает. Не забывайте, ребят, про руны фрибетов. До 31 августа собирай руны и конвертируй их в фрибеты. Да, друзья, за каждую 1000 рублей вы будете получать, если будете ставить на Dota 2. Что ж, а теперь смотрим за стартом игры.
Если голоса в голове не против, я бы хотела, чтобы звук доты несколько подвыкрутили процентов там на 20 вверх. Мне конкретно. Все, спасибо, вроде как. Или нет? Да, есть, есть уже. Да, есть? У тебя есть? У меня есть. Ну так, тиховато. Я женщина уже старая. Ой. Со слухом проблема. Вот. Так, ну что у нас по рункам? Army Genius забирают 3. Одно забирает у нас команда Vision. Пока без удивлений, собственно, то, что Army Genius хорошо начинает. И вот посмотрим на инвокеров. У нас вчера залетал один такой... Ну, хотелось бы сказать, что экзортовый инвокер, но нет, он просто экзорт на единичку вкачал, чтобы попробовать посаппортить фрагами. Mm-hmm. Саппортинга особенного не было, но идея была, возможно, даже хороша. Но класс Векс сейчас абсолютно уважаемая сборка. Да, и посмотри, обрати внимание, у нас у Пака очень маленькие статы вообще на первом левеле. 53 дэмэджа, один армора всего лишь. А, инвокер в этом плане хорошо бустится теперь. Да, за счет да, своей там... универсальности, там он еще циркулеток набрал. Там просто... Примерно по 4 дэмэджа плюс у него идет, может даже больше, с прокачкой левелов. Ну и он просто, видишь, руками половину хп натыкал Паку, и mm-hmm. становится очень неприятно. С учетом того, что начал он еще и с вексов свою раскачку. Ну, QE. Базово mm-hmm. сейчас по-другому не играется в дот. Да, этот вейкер вообще интересный, несмотря на то, что в подпатче его подрезали. И играет он с большим появлением по пикрейту, и на саппорт позиции в начале квалификации мы его видели довольно много, сейчас чаще все-таки на миде. Ну да, скажем так, еще 2 недели назад он у нас флексился еще на четверку. Сейчас совсем пропал. Так, S-God, небольшие проблемы. Будет плазмофилд, что по ФБ. Тычка, тычка, тычка. Ой, ушел все-таки он за поворот. Там уже в деревьях искать его будет слишком трудно. Ну вот, слушай, тот самый Котл, миллиард вообще МС, даже при таких условиях, успел, смог выжить. Да, но легче от этого не становится, потому что теперь трудно даже зарядить иллюминейт для того, чтобы попытаться подхарасить. Очевидно то, что здесь нет никакого смысла Эдалона в принципе качать на такой линии против котла. Иначе им только фарм отдавать. Ну и Малифайс обычный на первом левеле взят. И какие же проблемы у Пака с Акристатом-то, обрати внимание, просто какой-то ужас там творится. Ну да, Паку надо 3 левела каким-то образом добить. Возможно, даже вообще без сайленса качаться, потому что фейс-шифт нужен, там, EMP юзать, так как Кэнди Лун. Ну вот, понимаем, да, как мы работаем. Спирит Линк. Статик Линк на этой. Статик Линк, да. Спирит Линк это у Лондруида. Да, да. Тот самый Статик Линк. S-God подставляется, плазма должна быть вот скоро-скоро. Не побежал. Я думаю, что он привезет просто себе ботинок, да, вот он уже едет, и намного проще будет на этой линии стоять разору. Единственное, что надо наловчиться, не получать как раз-таки копья Марса, когда нажимаешь статик линк. Это можно сделать. Ну или давать просто настолько вплотную, чтобы копье не откинуло тебя так далеко, чтобы разорвать. Вроде как это возможно у статик линка, не сказать, что маленький рендж. И Йови продолжает добивать крипов на миде, статы набираются, уже первый брасер готов. Да, я вот не знаю, я вот после того, как универсалы в дот вошли, я каждый раз удивляюсь, ну, разве это нормально, вот 78 дэмэджа на 3-й минуте, 78 плюс 5. Хотя там резали все, там что только посмотришь можно. На Пака, там посмотришь на Пака, у него 65 там каких, ну, 59, ну, ты понимаешь, насколько вообще имбалансная эта история с универсалами. Я как-то тоже прихожу, там Пангольер стоит против меня, я смотрю, какой-то дурачок купил там брейсер себе и в рейсбенд, думаю, зачем он купил. Потом смотрю, я его, во-первых, не пробиваю, во-вторых, он мне так бьет, что, не знаю, как будто бы с ДД просто стоит человек. Да-да. Короче, баланс тут мало, вот я к чему. Так, получился Пака задоджить ЕМП. Как мы будем называть мидера? Нас Йо или Нас Джо? Мне кажется, Нас Йо правильно. Нас Йо. Окей. Можно еще на испанский манер насхо. Насхо. Кстати, да. Тоже неплохо. Тоже неплохо. Слушай, очень странно, что у нас у НС такой вообще крипстат в топе. Ой, как же тут больно-то Паку было. Он пытался отойти, а разор внизу смог сделать ФБ. Забирают этого котла, которого так долго мучили. Ужас, ужас. У котла тут игры вообще не будет. И причем, опять же, когда появляется котел, хочется какого-то мидера на мотив шторма. Но шторма в НС пикать, это, наверное, еще более плохая идея, чем с Паком. Хотя или одинаково плохая. Слушай, ну вообще Пак тоже неплохо работает с котлом. Примерно по такой же истории, как и шторм, да? То есть, опять же, он очень сильно бустится от КДРов. Так что пойдет.
Очень большой, очень хороший крипстат у НСа. Такого не должно быть на этой линии. Я не знаю, каким образом ребята тут так постояли. Но это прям что-то с чем-то, да. Два бруска аж купил просто. Учитывая у нас то, DB. Что сейчас день, как бы, и да, да. Должен подходить и пробивать его, пытаться тренд. Вот сейчас он какую-то небольшую попытку агрессии сделал по отношению к Бетику. Бетику плевать. С пятой минуты еще лучше все будет. Слушай, неужели он без лозы вообще на этой линии качается? Но видишь, семечку взял. Не, семка, ладно. А, ну, не, если, лоза, да? Есть, просто не дал. Но у него мана-реген никакого, может, он за это переживает. И вот лоза сейчас есть, вообще неудачно выдал. Ну и есть также притянувшийся сюда Энигма, который поможет разобраться. Правда, получилось так, что с разменом на саппорта Бетрайдера, но это два фрага, которые, скорее всего, оба уйдут. А, нет, один только сейчас достается на сталкеру, предыдущий все-таки Энигма забрал. Хороший выход от Варежа. Да, и это все как раз под начало ночи, то есть вернутся эти два героя на линию, и сейчас еще начнут больше получать от Найсталкера. Он уже может сам поагрессивнее играть на этой линии. Не только крипов бить. Да, ну и видим то, что по всем трем линиям коры фармят успешнее пока что у команды Army Geniuses. Угу. А, обрати внимание на дэмэдж нокера. Я не знаю. Ну что это такое? Ну не должно быть такого. Хотя резали его, резали. Да, да. А Йови у нас подставляется очень сильно. У Пака есть Dream Coil, он ставится. Да без шансов, просто дэмэджа не хватает. Вот как сейчас этого инвокера убивать, не очень понятно. Да, у него просто 500 еще хп о, осталось. И Гирыч второй раз подряд погибает. DB справился с ним. Ну, Вариш просто остался. Еле живой Марс тоже убегает на базу с позором. Так а что, он тут ничего один не может сделать с один на один против Разора? Да, я думаю, плазмофилдами просто даже по нему поспамить можно очень хорошо. И Разор собрал себе Falcon Blade, дополнительный мана-регенчик как минимум. 10 стиков у него есть, статов тоже хватает, и урона с руки не меньше. И смотрим на его планы на жизнь, хочет себе Booking Bar собирать. Да, что я смотрю уже на творцы, и у нас просто три калида уже. Да, это... Даже вот видишь, на фрагах хороших получилось разыграть, плюс с крипстатом на миде вообще там беда у Пака. Он не может просто уже лас хитить против инвокера. Смотри, варежка как у нас обходит. Покажите нам Марса. А что там у Марса? Ну, Марс еще должен умирать. Да, да, реально. Тут уже и статик линком. Видимо, дождался момент, когда копье кинет, чтобы как раз статик линк дать хороший, и высосал из него кучу урона. Да, да. Пока что не знаю. Вариш очень хорошее перемещение производит. И, кстати, в топе у нас Тавр уже упал. У нас еще даже шестого нету. Я думаю, что он здесь стоит, а там, оказывается, Тавр уже снесли. Ты сидишь такой и думаешь, ну, слушай, я на НС, играю против Трента, возможно, мне надо вообще Метеор брать. А тут просто минус Тауэр у тебя получается, даже без Метеора, без Эйдолонов, ну, короче... Хотя пуш-потенциал далеко не самая сильная сторона Army Genius из Фейсграфта. Все так, все и так. У тебя там вроде как Тренд Протектор есть. Да, да, да. Ты такой заходишь в катку, знаешь, ну вот просто вот на седьмой минуте подключаешься, а у Трента Тауэр упал каким-то образом. Хороший сайленс у нас от DB, минус. А, слушай, DB у нас, по-моему, даже ультимейт не вкачал. Да, да, он руками просто тыкает, отлично, я смотрю. И дабл дэмэдж, что при этом всем был у Трента, но он вообще никак не смог пробить Найтсталкеры. И можно пытаться гнаться еще и за котлом. Котла замедлили через Void, на него Малифайс даже повесили, по-моему, или... А, это Колснэм был, Колснэм. Трипл килл для Найтсталкера на такой ранней минуте игры. Развал идет полный. Короче, предлагаю вообще команде Vision стакнуть сейчас в пятером, как они только шестое получат. Провести один файт и нажать ГГ просто. С этим тоже пойти на X, потому что, ну, я вообще не представляю, как это тоже можно выиграть. Сенстрайк летит у нас, Меркьюри. Опять. Бариш, красавчик. 5000 перевеса на восьмой минуте. Нет вышки. На миде пушить пока еще никто не пытался. О, пошел у нас стаки зачекать, пытается их зафармить. Хотя бы немножечко с собой унести. Кстати, какую-то часть крипов-то он подукрал. Вышло Lloyd. Это сделать. Ну, просто ману ему сбрили. Его не стал подниматься. Да, зачем 1 в 3 подниматься-то? Да, это да. Неоправданный риск. С учетом такого лида, каждый фраг, который будут делать Vision, он на вес золота. Хотя и стриков тоже никаких набитых нет. Вот. И у инвокера грамотные 4 ассиста.
О, а здесь уже Black Hole пошел в Марса, и очередной раз у него нет шансов выйти. Это при этом всем даже необходимость ульту тратить не было у Разора. И погибает снова котел, который попался под Найтсталкера. Его сайленс сейчас просто имбой становится. Он может сесть на любого и убить его. Особенно Пак вообще ничего не может сделать. Хотя сейчас вот видим то, что под Т2-вышкой месяц Меркурий. Никто ему помочь не может. Упоров шестого левела нет. Слушай, DB, возможно, умер. Да не, не, не. Нет. Там ракетка, я думаю, на единицу. Первая, качала. Да? Я почти... Ну, одной тычки не хватило от Тауэра. Да что там? Целом. Ему, мне кажется, уже плевать. Он такой уже раскачанный паренек. 6 тысяч нетворс, огромнейший нетворс. И момчик появляется у Разора. Тоже он поел на этой линии хорошо с соперников. И БКБ планирует себя некслотом. Это подарит ему суперактивный вариант геймплея. Ну, слушай, тут он в БКБ вообще просто unkillable. Да-да-да. Размаксил уже и плазмофилд, и пассивочку скоро качать начнет, которая тоже проблем доставит немало. И начинается день у Найтсталкера. Посмотрим, подарит ли это хоть какое-то облегчение команде Vision. Да, но сейчас надо понимать, что NS следующие 100 секунд ничего особо делать не будет, просто качаться. Так что, у него ульта качается. А, вкачалась, он, да. Он же убивал через ультимейт. 76 секунд кулдаун. Так что я думаю, что следующий плей будет по 12-ю минуту у команды Army Genius. Что можно просто стакнуться и забрать металл. Будет. Разор зашел у нас в Твингейт, оказался в топе. Такой не уверен, что это хороший плей вообще был от In Your Dream, потому что куда НС уйти? НС, да, лес фармит как-то. Вот видишь, внизу тут уже настакалось куча героев. И, возможно, надо будет телепортироваться кому-то еще, если хотят бой принять. А это можно сделать, я не вижу большой трудности. Арена у Марса появилась, но до блинка, очевидно, ему тут очень далеко. Париж прожал хороший скан, просканил героев. И из-за этого, собственно, у нас инвокер отошел поглубже. Ну, если подойдет кто-то к вышке, они увидят. На миде качается Бэтрайдер, у него тоже уже шестой есть. Хотя и котел покачался хорошо, и шестой себе поднял. И у него с нетворсом поменьше проблем, чем у несчастного Твинта, который себя найти не может. Очередная попытка атаковать Меркьюри. Очень много он с ГМП урона получил. Торнадо по нему не попало. И в живых все-таки он выходит отсюда, но придется идти на базу снова. Зафорсили пару ТП-шек, тоже неплохо. Я не понимаю, где Лойд вообще ходит. Он должен стоять под гирокоптером и пушить вот эту пачку, фейс-чекать, опять же, чтобы его не убивали. Ну, в лесу стоять, да, возможно, чтобы просто хотя бы на линии дать возможность крипов побить безопасно, потому что один раз на этой точке под Т2-вышкой его убили, а второй раз все-таки телепорты были нажаты. И благодаря этому на тоненького нос спасся. Хорошо, смог прожимают. Сейчас будут выходить под мид, можно спокойно подраться. Ну, там, правда, большинство героев, но, с другой стороны, ультимейт у Найтсталкера имеется, и он готов. Так, смоук спал. Вижен появляется, потому что поставил опс хороший в этом плане. Ваниш, и вот называется, напали. Вард задефить не получилось, пять он тычек. Все равно отвалился, и 5 тычек стоил этот тренд. Он, по-моему, даже не пытался Левинармор на себя повесить. Или вообще, как, что у него там с раскачкой? Я думаю, что в 1 или в 2 уже должен быть скот. Ну, да, такой. Взял. Короче, мужики, ливайте, погнали next. Ну, что-то вообще не хотят играть у нас. Vision. Да, как бы игра на вылет, хочется в каждой карте попытаться побороться, но да, я соглашусь с тобой, что шансов видеться так будто бы мало. Но он же только что видел, что тренд умирает, видели, что поставится Vision, и он стоит и сдувает. Ну, очевидно, что тебя же нас просто догонит 100%, он с тобой, да? Побежит. Ну, а, друзья, тогда я вам расскажу другую интересную историю, пока такое происходит у нас геймплей от команды Vision. То, что у аллергии, похмелья и отравления, у всех этих отвратительных слов есть единственный контрпик. Это полисор. Приятная встреча при неприятных обстоятельствах. Рассказала историю. Зафиксировали? Зафиксировали, чё? Да. Кажется, сейчас еще зафиксирую здесь пару саппортов, но не хотят давить, как ни странно, Army Genius сыграют аккуратно, не по нетворсу своему. Да, хотя 9000 по КБ. Лида. 9000 лида. А, посмотри, у нас еще Бэтрайдер пытается забрать руну мудрости еще чужую. Ну, это же вообще будет. Но сейчас, на самом деле, мне кажется, что всей команды-то надо пойти ее контестить. Но они вообще даже не думают об этом, они забыли? Они тайминг не чекают? Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Так, ну и что? Выходит у нас Ллойд в последний свой, скорее всего. В последний таур. Вот.
Ну и Йови уже готов дефать его. Что у нас по НСу? Так, у нас Джекема, кстати, напали. Да, на него каким-то сейчас... образом его нашли. Ну, а он шел как раз по пути с рунки, которую украл успешно. Его забрали. Попытка была выйти на Т1-вышку и, возможно, ее снести. К этому пока команда не приблизилась, но смогла заполучить себе фраг. Но подцепили Хорошая Марса. Хорошая торнадо. ЕМП есть. Есть Малифайс. Нет, Малифайс не дотянулся просто. Энигма. Но Миднайт пусть поселил. Отыграли 1000 у нас Vision. Хоть что-то, хоть что-то. Ну и вот, вот эта раскачка Варежа, нашумевшая. Да, на саппорт Энигме только так и качаются. Не знаю, мне кажется, Эдолоны... Ну, очень плохо Миднайт пульс просто работает сам по себе. У тебя вначале не так уж и много хитпоинтов, да, то есть ты там в процентном соотношении-то выносишь, но чем меньше у тебя хп, тем меньше он наносит урона. Вот, и, собственно, я не уверен, что это просто... Но Эдолоны же намного круче. Да, здесь их котел сдует, есть... их тут фармить слишком просто, мне кажется. Ну, у котла флэк. Очень сложная игра, и у тебя макризис на Эдолоны. Ну, так, еще есть флэк, еще есть там Марс, которых сдувать можно. Тут слишком много дэмэджа по области для того, чтобы с ними... делать что-то, кроме фида. А тем временем на котла у нас носил Найтсталкер, забрал его через Сайленс. У нас просто гирокоптер с леса не выходит, поэтому они бы да уже... Да и слава богу, что ему еще делать-то? Намного быстрее просто закончили, потому что надо все-таки подстраиваться под ситуацией, и вот этот билд, он никак не помогает пушить товара, вот. Собственно, моя претензия только в этом. А-а-а. Да, то есть в целом-то я понимаю, как работает пульс, что Малифай сейчас должен... Естественно, макситься, я с этим не спорю. Ну и что, Инюридим заходит в чужую двоечку, начинает качать стаки. Там еще будет, кстати, есть стак на иншах. Да, еще один успели сделать. Да, да. Нажмет Миднайт пульс, чтобы помочь прокачаться. Он хочет на драку нажимать, тут Разоры сам справится. У Разора есть лотусики в большом количестве, поэтому то, что у него столб маны неполный, не имеет никакого значения. Там еще и 15 стиков. И пытается Найтсталкер найти себе какую-то жертву. И, кстати, здесь довольно много героев команды Vision стакнулось. Хотят реально подраться пятером, попробовать. Ну, 5 на 5 получается. Они напали не в меньшинство. И у Тренд Протектора проблема. Отличный получился по двоим. Что против теле? Блэк Холл. И это сразу же минус 2 саппорта. И после этого можно добивать еще и Марса. До него Плазмофил дотянулся, и я слышу звуки лассо, поймали еще и Пака. Единственный выживший оказался гирокоптер, который, кажется, тэп-аут сделал посреди файта. Ой, действительно, ой. Упс, упс. Ну вот ты хотел файвмен доту, она случилась. Правда, неудачно так вышло, что армии Genius оказались рядом. Все. Да, да, ну что, 13 тысяч наследа на 17 минуте. Может, прямо сейчас время? Да не, или еще один тимфайт проведем. Надо бороться до конца. Второй раз квала не будет. Пересдать ЕГЭ не получится. Next выиграем, может быть. Ну слушай, еще как минимум карта следующая будет. Которая Vision может пойти ровно точно так же, поэтому... Здесь видишь, как-то вроде драфт местами сомнительный и у Army Geniuses, но это совершенно никакой роли не сыграло в рамках этой карты. Да, абсолютно так. Ну а на Меркьюри напали. На Меркьюри опять где-то у нас ходит Ллойд. Не знаю, мне интересно просто сколько посмотреть, сколько очков рейтинга у этого человека. Есть ли у него вообще цифры там какие-то, или может он на диване там играет? На диване-то уважаемо. Так, у нас тут пока цепанули котла, Малифайс на нем продолжает работать, но догонять его дальше даже и не пришлось, потому что подошел Найтсталкер, выдал один войд, и на этом все закончилось. Ну все, Ллойд посмотрел такой, я ТП на базу наберете. Ну хоть как-то. Я просто смотрю на Living Armor, количество Living Armor, которое вешается. Ну, обычно, не знаю, после таких смертей на гирокоптере, на, да вообще на любом кэрри, сразу на статус байбека, там, ну, на денежку кликают, выкуп готов, там, или сколько не хватает до выкупа. Ну, видишь, с моралью проблем, видимо, у Vision нет. Играют, пытаются, за это большой респект. Каких-то мувов продельтовочных не происходит. Вон Марс пытается помутиться куда-то во вражеский лес, возможно, чтобы просто пофармить. Хотя встал около пруда лотосов и сейчас уже фейс-ту-фейс столкнулся с бетрайдером. Но у Бетика маны нет из хорошего, а сам Марс сделал ТП оттуда подальше. И БКБ уже появился разор. Да, ничего не получается у нас в команд Vision, к сожалению. Сложно тут что-то уже придумать, как-то камбэкнуть, потому что
Ну, прям очень большие уже Army Genius. Ой, так. Нападение на Enigma. Хватит ли дэмэджа? Дэмэджа не хватает. Минус Котл. А, Герокоптер у нас теперь король горы, царь горы. Ну, его на горе и забирает. Вместе с ним в придачу полетел и тренд. Минус 3 в размен на одного Enigma, которого закрыли в арену. И это дает возможность все-таки еще раз пойти попушить. Там еще, кажется, у нас Макс загулял. Кандилон минус. Да. Что-то он здесь явно не по шансам зашел. Его прогулки по вот этим сайдам заканчиваются пока исключительно печально. Да не знаю, ну, сложно комментировать вообще вот эту игру. Ну, просто не пришла команда у нас Vision. А можем устроить флешмоб и на протяжении всей этой карты, да, вплоть до ее конца, говорить просто «Ладно, go next». Так это не ошибка будет. Че, у нас готов у нас сталкера Аганим Шард. Теперь кушает крипов. Кстати, его немножко подфиксили там в этом патче. Он теперь стоит, по-моему, маны и больше кулдаун. Угу. Маны точно стоит. Да. Перезарядка увеличена. И, друзья, давайте смотреть за тем, как у нас Т2 вышка пушится уже с фаржами, уже с эйдолонами, которых качала себе Enigma. Так что Т2 на топе можно и похоронить. Дабл дэмэдж валяется у нас на речке, который можно забрать. Еще полторы минутки на это имеется. И есть дримкойл, просто чтобы спастись для пака. У него с блиндагером пока никаких нет даже мыслей, только вичблейд себе собрал. Летит уже. Да? Дагер. Да, да. А, все, вижу, да. Все, получается, у него все, в принципе, не так уж и плохо. Хотя по нетворсам разрыв увеличивается уже в геометрической прогрессии. Ну и, друзья, если что, вдруг, если вам там скучно сейчас эту карту смотреть, вы можете перейти на сайт или приложение BetBoom, ввести промокод туда TI2023 и на свой первый депозит получить 100% бонуса. Я думаю, что вне зависимости от ситуации эта ошибка не будет. И на Рошана у нас решили сходить с этим дабл-дэмэджем. Да, просто заход на Рошана, почему нет? Через 6 секунд будет Dark Ascension. Это как раз, возможно, и шанс закончить игру побыстрее, потому что с Аегисом, я думаю, можно на хайграунд залезть и, возможно, переагрессировать, потому что на ХГ можно ошибиться даже с огромным лидом. Нажимает смок у нас Vision тем временем, но они никак не успевают уже контестить ворож. А как ты думаешь, это их остановит или нет? Судя по всему, да, но... Нет. Я бы не останавливался уже, просто... На плюс В. Да, просто last fight и погнали, мужики. Надо пробовать. Ты last fight еще 10 минут назад колил. Тогда, ну, конечно, что-то у них не ультра-мега last fight получался, вот. Ну, а мега-ультра-ластецкий будет еще точно, я уверена. Да, ну и есть что рассасываться у нас пока что по карте Army Geniuses. Надо, возможно, докачать какие-то шмотки. Да, они хотят линии отпушить, но на самом деле сейчас Герокоптер может сильно подставиться. Как-то на него очень преждевременно повесили Living Armor, теперь он на кулдауне. Но отпушилась пачка своего, они добились, хотя Backdoor Protection еще не скоро включится. И есть шанс побить. Пробивать Backdoor Protection точно у них не выйдет, так что пачку крипов придется ждать. Но звонит бейтик, чтобы просто не подходили задувать крипов. Пытался лассо нажать, но, к сожалению, не хватило ему немножко ренджи. Линзу можно прикупить, хотя я вижу то, что он грейженный... Вот в Беринс, собирает, да. Грейженный Транквилла. Был Ливен Армор на вышке, в принципе. Но это никак вышку не спасает, хоть и пачку все равно получилось пять лаз. Почему ESGOT так вообще играет? Ой-ой-ой. Ну, хотел хоть как-то тавр сделать его снос, но в итоге погибает на 35 секунды. JKM будет ли прыгать? Нет. А я смотрю, то, что там была попытка погони за паком от кого? От Найтсталкера, но не догнал. Хотя все равно на мид приключиться имеет смысл. Там тоже Т2 вышка стоит. Хотя бы открыть все линии для того, чтобы заходить на хайграунд, хотелось бы. На топе уже давно тавр снесли. И Хекс планируется у инвокера. Да, очень близок к Хексу у нас Йови. Ну, понимает, что просто дэмэджа не хватает его тут убивать. Была бы нормальная команда, он бы БКБ собрал. Тут можно и пофаниться там с быстрым Хексом. В основном дэмэдж, который имеется сейчас у команды Vision, магический, поэтому да. Но сайленса от Найтсталкера хватает для того, чтобы разобраться практически с кем угодно. Кэнди Лун вроде как избежал смерти, Ливен Армор на нем висит, тренд ультанул для того, чтобы задержать соперника, но после этого погибает. И теперь уже вышка начинает и на миде падать, Меркури. Вроде как уважаемый уже нафармился Кристаллис,
агоним, но так ему еще много надо. И два раза по Нетворсу он отстает от Разора. 24 тысячи лида на 24-й минуте. Развала сильнее, представить трудно. Да, цифры просто какие-то страшные. Врубай просто, не знаю, что тут сказать. Ну, еще пострелять, что у них хороший отспам на хайграунде, да, это Котл, это Пак. А что не самый лучший у команды Army Geniuses, поэтому, да, это может еще долго продолжиться. Да, еще проблема в том, что НС у нас все-таки герои таймингов своих очень сильно зависит от таймингов ультимейтов, и поэтому, ну, внезапно. Угу. Что-то как-то они подумали и решили просто нажать ГГ. Да, неожиданно. Слушай, возможно, с Дилаем смотрели наш стрим, и вот только-только услышали, что я сказал, надо писать ГГ и идти в Next. Вот, ну и что, и нас фаворит побеждает аутсайдера. С огромным выносом. Просто, ну, настолько какая-то безалаберная игра, не знаю, очень низкого качества от команды Vision, к сожалению. Саппорты вообще слабенькие, в частности... Тренд, который, не знаю, ну, не там находится, не то делает вообще. У нас убивают гирокоптера 4 раза просто подряд. Его находят, ты ничего не делаешь. Сложный матчап в миде, да, как казалось, инвокер неплохо себя чувствует. Ну и закономерная победа у нас. Да, я думаю, что MVP здесь есть смысл Найтсталкеру отдать. Он очень много экшена по карте создал. И везде был, и все сделал. И львиная доля перевеса, которая была набрана командой, это его заслуга. От него исполнение на этом героя оказалось... Да, все так. Посмотрим, может ли здесь какую-то другую...